молчи! Куда, блядь? Может, он там прячется? Ладно, выходите! Вам нечего! Хотим только поговорить. Выходите же, ну! Просто шум, забей. Давай. Это просто жуткое недоразумение. Да блин. Покажитесь, мы все уладим. Не нужно прятаться. Все можно решить мирным путем. Держать ухо востро! Я найду тебя! Окей! Ищите!
Чего не выходишь? Я знаю, что этот день придет. Джай, мальчик мой, ты занят? Я тебе не помешал? Чудесно. Ты превосходный слушатель. Знаешь, за крабовый рангун я не обижаюсь, о вкусах не спорят. Но тебя, должно быть, порадует, что мы казнили повара за профнепригодность и убили всю его семью. Поверь, в следующий раз все будет иначе. Обещаю, больше не велю похищать звезд сраных кулинарных телешоу.
Какая честь приветствовать тебя, сын Махана. Подумать только, сам сюда добрался. Сабал ждет тебя у башни. Джай, добрался. Молодец, сын Махан. Почему вы мне помогаете? Неужели эти парни ищут меня? Проклятие. Люди Пейгана выследили нас. Появится в любой момент. Thank you.
ты крепкий орешек. Все нормально, да?